Обладательница великолепного голоса, одна из немногих современных артистов, которые радуют своих слушателей живыми концертами. Сегодня в БКЗ певица Валерия представит свою сольную программу под названием «По серпантину». Как давно все было, в голове туманы, книжки старых отдыхов. Расскажи мне, пожалуйста, как давно ты знакома с творчеством Валерии? Недавно. Лет 10. О. Давно. С детства. Не знаю, наверное, уже лет 15. Со школы еще, наверное. С альбома «Анна». Просто еще я был таким маленьким, и я слушал альбом «Анна». Мне папаша его купил, привез на кассете. Мне кажется, это было лет 15 назад. Где я не права, в чем моя вина? Моя душа. Сольная программа Валерии называется «По серпантину». По вашему мнению, что это означает? Это у каждого свое. Мне кажется, для меня «По серпантину» – это вот такая вот дорога, круглая вокруг гор. Ну, разноцветная. Жизнь у нее такая. По жизни, наверное. Я думаю, она всегда, во-первых, очень энергичная. Человек веселый очень, на самом деле, поэтому всегда очень живо поет, очень живая, поэтому я думаю, что это, наверное, с этим связано. У Валерии буквально через 6 дней будет день рождения. Что бы ты ей пожелала? Здоровья, чтобы она никогда не болела, и чтобы ее всегда любили. Я пожелаю ей, естественно, здоровья. Я пожелаю ей зрительской любви. Она очень красивая женщина, прекрасно за собой следит. Я желаю ей здоровья, желаю здоровья ее детям, и чтобы все у нее сложилось в личной жизни. Чтобы она через себя несла божественный свет на землю сюда. Конечно же, творческого успеха, да? Чтобы она нас постоянно радовала своими песнями. Ну, конечно, здоровье, процветание в ее творчестве, чтобы она нас как можно дольше радовала и не покидала. Оставаться такой же красивой, жизнерадостной и вообще просто быть идеалом для всех женщин. На нее нужно равняться. Самое главное – это семейное счастье и благополучие. Валерия, я знаю, у вас скоро день рождения. Расскажите, какие планы на этот торжественный день? Знаете, 17 апреля у меня будет концерт. Я решила отметить концертом свой день рождения. Ну, так многие артисты делают, и, в общем-то, я так поступаю не первый раз. 17 апреля я буду в Баку с большим сольным концертом, который пройдет в сопровождении симфонического оркестра, государственного оркестра Азербайджана. Концерт будет принимать участие гости. Ну, в общем, будет такое масштабное мероприятие. 25 апреля в Москве в Олимпийском пройдет дискодача. Какие сюрпризы вы готовите для зрителей? Ну, что-нибудь придумаем, как всегда. Всегда весело мы проводим это мероприятие. Вот всегда необычно что-то происходит на сцене. Какое-то особенно задорное видение. Ну и так далее. Что-нибудь придумаем, скучать не дадим.